Сегодня будем пикировать вот эту ромашку. Я высаживаю различные растения вот в эти контейнеры, потом пикирую по мере того, как они разрастаются. Вот здесь я уже распикировала ромашку. Сегодня вот эту будем пикировать. Здесь несколько растений, по-моему, 3 или 4 штучки. Сначала нам нужно добыть эти растения из контейнера. С каждой стороны вот так ложечкой аккуратненько отодвигаем землю от стенок. И потом просто захватываем все вот эти лепестки в кучку. Поддеваем немножко снизу ложкой и тянем вверх аккуратненько только. Все. Растения достали из контейнера. Теперь нужно просто разделить, разорвать вот эти саженцы друг от друга. Отделить и рассадить в разные стаканчики. Вот я уже подготовила один стаканчик. Сейчас сюда я посажу. Предварительно грунт пролила. Разрываем корешки. Я не боюсь рвать корешки. Прям так и... Так, здесь у нас один получается, да? Вот, один корешочек. И подсыпаем сверху земелькой. Все, пикировка завершена.